Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Со мной сегодня, как обычно, Джек Шепард и Шустрила. Поздоровайтесь, коллеги, уважаемые. Всем привет. Привет. Вот этот труп, это не Шустрил, если что. Это мой труп, это именно то, про что мы говорили в начале предыдущей серии. Это я. Когда Джек Шепард, ввиду своей халатности и непрофессионализма, врезался вот в этот дорожный знак, я погиб, а он остался жив. Ну, так обычно и бывает. Не зря он третий. Да. Когда, то есть, вы смотрите разные сводки ДТП, там, на Ютубе, когда кто как... Знаете, во всем виноват Шепард. Нет. Те, кто виноваты, они выживают, а погибают несчастные люди. Вот я точно так же у меня получилось. Но в итоге, короче говоря, я вернул, мы сейчас сбегали к нему, вернул свой Элис Пак и вернул свой... Кстати, на нем же GPS еще должен быть мой, нет? Нет, твой GPS я тебе в рюкзак. Все. Тебе нельзя нервничать. Да. Мой рюкзак? Твой прошлый рюкзак. Или я это шустрили GPS положил. Кому-то знаю, я из вас как, короче отдал говоря, GPS. Вы посмотрите только на этот размер, на эти формы. Это просто шикарная штука, вы посмотрите. А у меня длинней. А у меня толще. А у меня длинней. Короче говоря, мы нашли пулемет, к нему нет патронов, мы идем в старый собор. Нет, мы идем North Airfield. Airfield вы идете, да. Да, поискать патроны, либо умереть, потому что зомби все еще очень злые. А Шустрил у нас вместе с машиной где-то там остался. Но он подъедет к нам в случае проблем. Да. Они так думают. Ну ладно. Так, мы по этой дороге бежим, да? Им так легче. По-моему, у нас проблемы, Жек Шепард. Да, я сейчас на Зеленую гору уже еду, почти приехал. Я говорю, попал в момент какой-нибудь. Шустрила, подъедь к нам, забери. А я на Зеленой горе, а здесь УАЗик. Я его подчинил. Вот это так вы сами убежали. Да, я побежал Артуру Элиспак возвращать, и мы его... Вот. Так, Артур, тебе нужно воду набрать, нет? У меня нет шляк. У меня есть зато куча пепсикола. Стоп. Так, координаты наши сейчас 62-44. Угу. 4-60. А, все, правильно идем. Что-то все нормально показалось. Идем. В этот. В город идем. То есть налево повернули, а не на север. Вот этот домик, это явный показатель, что мы верно идем. Я по нему ориентируюсь всегда, когда по этой дороге бегу. А будем заходить внутрь? Зачем? Справа вон там тот ангар, который ты помнишь. Мне кажется, у тебя теперь пулемет, тебе вообще на все плевать. Так он пустой. Ну, патроны будет точно на все плевать. Правда, такой пулемет им можно тупо убить, прикладом кого-нибудь двинув. А в Красностав не хотите съездить? Там тоже аэропорт, там тоже патроны, и там еще и вертолет может появиться. Давай мы сейчас вот Красностав. Пойдем просто уже около этого. Я же там был, там нет этого. Ну, могло уже появиться. Ты же ангары не смотрел, сам говорил. Ну, я проезжал мимо них, налево просматривал. Ну, ладно, я честно не могу сказать. 50-50. И сегодня мы посещаем Airfield, к которому мы уже идем. Просто нам смысла нет сейчас разворачиваться. Мы до него где-то пару километров осталось. Да меньше. Ну, даже. Не хотите, как хотите. Слева зомби могут убить нас. Справа. У тебя вообще какая-то любовь к этому Airfield, да, по-моему, к аэродрому. Почему-то ты его не любишь. Когда у меня нет снайперки, я вообще не люблю Airfield. А я даже. Меня из него всегда товарищи вытащат, да. Ты кого-то сагрился. Да, я постоянно на нем. А нет, он не сагрился вроде. Медленно ходит. Я говорю, что могли они сагриться. Нет, темнеет, кстати, да. Надо бы на Airfield хотя бы за ПНВ. Погнали тогда план амбар. План амбар? Ты теперь как Шустрил, у нас перенял все вредное. Да, теперь у нас будет все в планах. Как ты вообще их сагрил? Я тут бегал. Я говорю про ползаг, справа могут сагрить, справа могут сагриться, и что-то они как-то все-таки сагрились. Натурально, тут орал песни, пляски натурально, были, меня да не натурально, замечали. Натурально, да, как безумец себя вел. Натурально, безумец. Сейчас будем подкалывать друг друга. А УАЗика-то нет. Да у них какая-то вражда. Я на Зеленой горе, тут нет ничего. Да у нас вообще насчет Зеленой горы карма никогда не вытаскивала. Все, я сваливаю. Так что, мне подъезжать к Airfield? Так, блин, Джек Шепард, может топором их порубаем? Я топором, я взял топор, отходи, я взял топор. Ни одному Шустрили маньячить. Ну, подходите, гайс. Интересно, отсюда достанет, нет? Не уверен, я что-то. Я не умею. У меня постоянно пишет, что не хватает места в инвентаре. Просто я скидываю свое основное оружие на пол и беру топор. Ну ладно, ты, я думаю, разберешься. Если что, я уж с Макарыча по старинке. Я вообще топор не люблю. Упал. А, еще один. Упал.
Пока вроде все, давай осматриваться. Так, не толкать. Ну, просто в эту сторону пошел. Берем топор. Значит, я в эту пойду. И берем бард. Однажды я так сделал, и у меня был дисконнект сервера, и моя пушка, которую я положил на землю, исчезла. Угу. Это было печально. Так, о, патрончики для меня, супер. Что-то на этом сервере мне просто везет на всякую выпивку. На пепси-колу, на еду. Выпивка. Да, здесь очень много еды я находил вот, угу. В выборе, когда был. У меня лично склад в багажнике, тушенки там всякое, что хочешь. Да, я тоже туда закинул пару еды. Может, продуктовую откроем? Запросто. О, банка бобов на зомби была. Тут Ленфилд лежит с двумя магазинами. Может, тебе нужен же поменять свою пушку? Ой, к нам прибежал еще один силюк. Ой-ой-ой. Я уже как бы не в боевой... Я его убью. Давай. Еще патроны. Супер. Чем мне нравятся патроны для ECP, что их может делать патрон для М1911. Ладно. Как скажешь. Так, берем. Тут что, выходим? Фигня всякая. Ты как там в этом, да, этот DZ in real life. Он такой. Да. Снайпер на него смотрит. Он такой смотрит на него, смотри. Начинает качаться. Такой. Оп. Да. Оп. Оп. И потом смотри, смотри, прям как в ролике. Оба? Ага, я оп, оборачиваюсь. Оба. Да, смешной ролик был. Так, зомби вроде не видать. Но я думаю, они мертвы. Так, блин, мы туда вообще идем, нет? Что-то как-то я эту дорогу перестал. Там хитпаки, да? Что-то еще на полу лежит. Я должен посмотреть. Хоть я и под завязку с снаряжением хорошим. Зачем тебе это? Я не знаю. Ночь, холодно. У тебя ночь уже? Нет, скоро будет. Ух ты, а тут вода, еда опять. Супер, хитпак. Компас, есть у тебя, Артур, компас? Компас, да, есть. Все хитпаки я не беру нам. Так, ну я выехал на асфальтированную дорогу, буду у аэропорта примерно за 2 минуты. Молодца, раньше нас прибудешь. Блин, опасно мне тогда по дороге-то бежать. Да, очень громко слышно. Да я еще. Ну где, в Лопатино или в Выборе, может? Нет-нет, мы уже прям вообще... прошли между Выбором и, собственно, аэропортом. Понятно. Да, мы сейчас идем к казарму. Я сейчас просто залетаю в Выбор скоро. Твоим любимым. Ты только этот, когда из Выбора будешь выезжать, можешь нас задавить, мы по дороге бежим. Не, я буду окольными путями ехать, не переживайте. Так, Джек Шепард, идем. Я в Лопатино заеду. А машинка, на которой ты сейчас едешь, она, по-моему, по бездорожью бесполезна. Вообще. Квадроцикл на заправке. Супер, это, наверное. Это, наверное, даже... Полностью отремонтированный, на ходу. Шикарно. Блин, на какой заправке? Не заправка доезжая Выбора? До Выбора. Не доезжая до Выбора. Я ж там был, я там не было ничего. Слепой котенок. Пойдем, Артур, тогда сейчас в это, потом на машине нас до квадрика, мы с тобой сядем. А если он исчезнет тогда? Нет, ну да, тогда так лучше. Пойдем. Пусть везет нас потом. Ты можешь его куда-нибудь зашухерить? В нем внутри двигатель. Блин, жесть. Ты можешь его зашухерить куда-нибудь в кусты? Да, куда-нибудь в кусты. Я сейчас за вами лучше заеду. Так, мы сейчас еще даже не дошли, пока дойдем, пока полутаем, пока уйдем. Могут стырить. Блин, квадрик супер. Ну все, нам воздалось. Че воздалось, если там сейчас кто-нибудь есть? Я не буду бросать машину и не буду его никуда увозить. Да я говорю, сядь в квадрик, отъедь, блин, в лесок, сядь обратно в машину и едь к нам, все. Какие проблемы, я не буду. Человек любит машины. Я не понимаю, по хорошему счету вообще должен вас найти, взять, и вы на квадрике, я на машине поехать в аэропорт. Ну мы на квадрике и поедем. Ну выходите сначала. Мы единственное, что боимся. Ой, давай, короче, шустрил, дождемся на самом деле. Все, давай, подъезжай к нам. Мы здесь где-то. Где? Вот дождемся, мы уже у казарм пошли. Ну ладно, мы у плохих казарм. Я понял. Я не хотел к плохим казармам вообще на километр подходить. Меня тут чуть не убили в свое время. Ну мы тебя спасем снова. Не надо меня спасать, у меня пулемет. Пойдем, не сцы в компот. Блин, я просто обожаю пулемет, я всю жизнь о нем мечтал. А теперь сейчас еще глупо умереть. Полностью отремонтированный. Пулемет. Блин, как можно найти вообще машину полностью отремонтированную? Это же, по-моему... Уже здесь, по-моему, все-таки немножко, да, сервер такой. Палатку. Ну и... Лутай тогда. В палатке чего только нет. Тут М4, А1, Холо.
Патроны к пулемету. Давай. Чья-то палатка? Ага, хорошо загруженная палатка. А хозяин? А хозяина ой, не видать. Палатку. Так, но это не к моему пулемету. Чья спалился? Беги внутрь. Главное, меня не загри. Я сейчас бегу тогда в лесок вам и убью его. Так, пулеметы ко мне, к сожалению, не подходят. Нашел пулемет, раз в туалет называется, да? Ага. Станаги есть. Блин, ну я не знаю, я, наверное, свой пулемет тогда поменяю на... Держи пулемет, я возьму СМ-ку со станагами, что-то. А, так. Не да. Сагрились никто? Да вроде спокойно все. Тут М16А2 и М4А1 Холла. Это вообще шикарная винтовка. Ну и... И станагов 8 к ней. Ой, сагрились все-таки сагрились. Все, да, сагрились. На тебя? На меня, да. На тебя-то как? Один встал, или там у вас... Ну просто топор берешь в руки и отбиваешься. Чтобы взять наоборот, ой, все, меня задело. Течешь? Нет, нормально. Полутали палатку. Надо ее заскринить, хоть и не я ее нашел, но ладно. Подожди, я вообще палатку нашел, это офигеть, да? Я ну, сейчас ладно. Беру себе М4, а этот складываю. Ух ты, МК-48 да. МК-48 тут, да? МК-48, да. М16А2 здесь есть, ИКМ-магазин, станаги. Паста, еда, вода, Макарыч. Макарыч, это мой. У меня валиспак, в принципе, М16 влезет, или пулемет. Так, я сюда сложил патроны от дробовика. Пусть он, чтобы не сильно обижался на меня. Вот то, что у него все станаги спер. А для МК станаги нужны или что? Да. А нафиг ты их спер тогда? Светяне. Потому что я себе взял М-ку. А, все вижу. Так. Запомни, где. Сейчас шустрел у нас отсюда возьмет. Шустрел найдет взять, что тут три разных оружия хороших. Шустрел, ты где вообще? Хочу по дороге. Раз у него есть GPS, я ему скажу координаты. 5745. Я в машине еще у тебя один. Есть. Я... У меня нет слов на вас. Нету. Спокойно. Джек Шепард. Уже все, пойдем в казарму. 5745 на самом правом уголке. О, выбор. Что нужно? Джек Шепард, только по дороге не бегай. А нет. Проще всего, по-моему, забежать сейчас в город. До нифига не проще. Нифига не проще, нет. Поставился. Однажды было уже так проще. У меня просто, я вообще нифига не слышу. У меня как-то уже вторую серию достаточно тихо все почему-то. После того, как меня глушанули. Глушанули или после того, как тебя... О, там смотри, делегация какая. Резнулись, да. Так, нафиг назад. Не-не-не, а нет, сюда идут. Не-не-не, они нас увидят сейчас за, блин. Вот на таком расстоянии, на котором я сейчас есть, 1-2 метра, и они нас увидят. Палатенька, супер. Ну кто-то здесь просто, я думаю, вещи вытаскивал и постоянно пушки закидывал. Машина застряла, в общем. Вы бы увидели как, вы бы офигели. К тебе я бегут, услышал Джек звук. Шепард. Кто? А нет, не бежит еще. Я как? Сваливаю, потому что она сейчас рванет, я это чувствую. Ну плохо. Супер. Ну что ж поделаешь? Ну да. Если уж Шустрила въехал, то у нас... Да чё, он же только что в другую сторону шел, да? Ты чё, загрел кого-то? Не, видишь, по дороге скачет. Он шел налево. Ложись, там следующий зомби идет. Шустрила у нас профи по вождению. Если он вылупился, значит... Да ой, ты бы видел как. Это так смешно на самом деле. Ничего, это арма, сынок. Привыкай. Да, это арма, сынок. Так, Джек Шепард нас сейчас заметит. Он очень быстро в нашу сторону прыгает. Лягухан. Ну-ну-ну-ну-ну, я верю. А что мы сейчас ищем в этой казарме? Патроны. А, для этого? Да. Ты очень быстро забываешь наши цели. Да я вообще рассеянный в последнее время. Ой, блин, зомби начали респауниться, и опять... Они когда респаунятся, они как будто целятся в тебя. Да, и вот они прямо сейчас за тобой смотрят. Так, ну... как через лавку пройти, что ты туда говорил? Ну вообще приседаешь и мышку я отправляю. Блин, надо нам, наверное, запись переостановить, перезвонить ему. Что такое? Ты тоже его как робот слышишь, Артур? Ну просто он сейчас перезайдет и все. Робот?
Разве? Да. Да. Сейчас. First hunting knife. Так, нож кому-то надо, возьмите. А я так прошел. Да, просто как по лесенке проходишь и все. Так, блин, тут много патронов. ДМР, бандаж, G17, два этих рожочка. Да, это мы удачно зашли. Хоть раз у нас палатка это, вернее. ДМР, смог гранат, супер. Если что, смогу их отагрить от нас. Ну, если заметят, уже не отагришь. Ну, не, в смысле. Ох, там сколько патронов, офигеть. О, о, самый офигенный бэкпак в игре. Самый офигенный бэкпак в игре. Поздравляю тебя, дружище. Поздравляю, дружище. Чисто за твои эмоции поздравляю тебя. Чисто. Бумс. Офигеть. Самый офигенный бэкпак в игре. Самый офигенный бэкпак в игре. Open или спак мой. Я вот как Артур не знаю, как все это перекидывать, поэтому перекидываю по старинке. Я переподключился, в общем. Да, все нормально. Все хорошо. Супер. Лиспак, кстати, у Шустрил же нету, да? Нету, нету. По-любому ему тема. Приходи к нам сюда, у нас тут хорошо. Я не пока хочу не бросаю запорать машину, я все-таки надеюсь ее как-то достать. Блин, ну это да, довольно-таки затруднительно тогда у нас положение, потому что у нас очень много хороших вещей, но тебе до них нужно добраться. Ну да, я сейчас думаю, может быть, зомби помогут мне ее потолкать, а ну, ребят, давайте. Поднажали, господа. Ну? Блин, я не могу эту дверь закрыть, ну ладно. Давай, ребята. Раз-два взяли. 15. Раз-два взяли. Чё вы там делаете? Нет, что-то они не хотят помогать, ленивые. Стали, смотрят. У меня есть такое подозрение, что нам сейчас довольно проблематично будет отсюда выйти. А нет, нормально. Ладно. Так, что, Джек Шепард, выходим? А, сейчас я покушаю, попью. АКМ, патрончик. Я просто в довольно таком нехорошем месте. Для 2014 слаги нам нужны ведь, да? Нет. У нас есть 2014 с двумя слагами. Куда еще больше-то, если она непонятно, нужна она, мне нужна вообще. Я ее, правда, в палатке оставил. По-хорошему подогнать бы машину, да все из этой палатки выгрузить вообще. Ну да. Там слишком много ништяков лежит. Я и квадрик. Сейчас могу. Ты, у тебя же нож есть ведь, да? У меня нет ножа. Вот нож лежит, давай возьми. Назад. Так, где он тут? Да, в общем, ребята, я нагружайтесь так там сами и сзади давайте к выбору. Я сейчас бегу за квадриком и квадриком буду спасать машину. Принял. Так, мы нагружаемся, но где здесь лежит ножик? А, вот он, я его просто не заметил, он прям тут тобой, оказывается. Да. Так, я подобрал... А что с респаком делать, Шустрил? Обойдусь. Нет, ну я думаю, он сюда вернется еще. Когда с машиной решим вопрос. Я себе подствольник взял, взрывоопасный. Я себя уважаю. Молодец. Точно у тебя сейчас подстволка есть. Супер. Так, что, Джек Шепард, поползли? Поползли. Я уже ползу. Нет, ты у меня стоишь на месте. А, нет. Куда ползешь, короче говоря? А, ну как выползаешь налево. Вдоль домика. То есть, как мы сюда пришли, так же и уходим, да? Но только не с внешней стороны забора, а с внутренней. А-а-а. У меня действительно тебя нет. Блин, сейчас ты где-нибудь поедешь передо мной, и мы друг друга застрелим. Мы в лаге оба, короче. Я не знаю, я снаружи забора выхожу. Я снутри ползу. И ползу к палатке. У нее встречаемся. Хорошо. У меня зомби все исчезли или нет? Нет, у меня ходят. Нет. А вот эти, помнишь, 7 военных-то появились, которых мы забоялись, они исчезли. Mm-hmm. Они не исчезли? Ой, они... 2 зомби прямо в палатке. Одного вижу. Второго не вижу. А один... Ой, вот ты ползешь. Ага. Левее бери. Красный значок. Ага. Прям на нас идет гад. Эти будем смотреть, что в них? Что эти? А, ну вот, гаражики или что-то. А потому что могут быть какие-нибудь запчастички. Запчастички?
У тебя много места в рюкзаке? Мы можем взять что-нибудь для шустрелу. Взять. У меня самый обычный рюкзак, у меня ничего не поместится. Нет. Мы говорим. Мы тебе взять. М16, допустим. Да, в руки было бы неплохо что-нибудь. Ну вот, давай тогда. Возьмешь тогда джекшир? Что именно, дробовик или М16? Автомат какой-нибудь, любой. М16, у меня станагов куча, я ему дам. У меня один станаг есть. Так, смотри, зомби, который вдоль забора шел, он где? Шпеш на него не выполз. Я, честно говоря, вообще ни одного зомби не вижу. Я вижу одного вдалеке там. Нет, прям от палатки, откуда мы пришли, шел в сторону забора. Я когда лутать начну, он встанет, да? Скорее всего, да. Ой, там они все отсюда идут. Гир, да, блин, он присел, дурак. Так, быстро. М16 берем. Я подползаю к тебе с безопасного расстояния, откуда и ты должен был подойти. Так, чё, еду, воду, ничего не надо, кинь патроны там. Бери одну винтовку, остальное все нормально у нас. Все, я спалился. Ой-ой-ой, меня бьют. Так, я выхожу во внешний периметр. Еще два. Ой, бьют меня. За тобой бегу. Угу. Сейчас выходим на поле, там я их отстреляю. Ой, блин, я прям на зомби нарвался. Да. Правее бери. Или левее куда-нибудь. Да нет, я просто выхожу. Блин, они 2000 меня снесли. Ничего. Сейчас пристрелим кого-нибудь, съедим. Выстрел слева слышен, нет? Нет. Как из Ленфилда шмальнули. Это плохо. Бум. Вставай в полный рост. Тебя видят, зачем ты бежишь? Погнали. Ой, блин, я сам как сам сказал, вставай. В амбар? Да, я не буду тратить патроны, так же бар отскину, возьму топор и зафигачу. Как скажешь. Come on, guys, come on. Опять мне не дают никого поубивать. Че у тебя там шустрел? Бегу. Ничего интересного. Понятно. Симулятор бега по лесу? Да, у меня совершенно ничего интересного. Я даже 16 взял, да? Да. Что-то у меня какая-то... Я надеюсь, что я успел нажать клавишку. Скучная, у вас там экшон, а у меня скучная серия получается. Вот ну, и все равно это выйдет. Не все коту масленица. Да. Так, я, короче, никого не убиваю, да? Да. Обидно? Обидно, слушай, да. Зомби что-то не идут совсем, все у вас. Да. Так, бар откидываем, топор, ремув фронтубит, перевернуть хэтчет. Перезарядка. Почему она перезарядилась? Они сказали, что убрали этот сноупатч. И в итоге набрали опять. А, кость сломана! Прощай. А морфина? Морфина нет. Морфина нет ни у кого. Есть у меня все. У меня все есть всегда. Повезло. Ну, я просто запасливый. Запасливый. Еще один морфин в рюкзаке. Запасливый. Блин. Здесь есть канистра, но у нас уже просто некуда ее сувать. Есть куда. А, ну да, ты же у нас подобрал. Black Backpack. Black Backpack, ага. Black Pack. О, бинокль нашел. Black Pack. Хоть какое-то разнообразие. А что, тут снова серьезнулось, да, хочешь сказать? Ну да. Так, что я тогда беру канистру? Ну, можно. Шустрел, нужна вам канистра? Не, у нас там в машине много-много канистр. Ну я взял, у меня все равно место не жмет, поэтому. Ты у нас главный по этим, по автомобилям. По тачкам. Блин, как слушай, а где военный-то, а? В армии называют, мазута, да? Не так, чтобы я, блин, без них мне было плохо, но куда не делись. Что ты? Военные где, военные? Зомби, видишь, все простые только. Ну да, простые. О, бежали за нами 3 военных. Отстали, наверное. Или простые бежали? Простые бежали, я ни одного военного не видел. Ладно, хорошо. У меня что-то непонятное с громкостью. Так, я сейчас... Кстати, по-моему, палил, судя по звукам... Cannot fire. Так, фаер возьми какой-нибудь, Артур. Потому что сейчас скоро будет ночь, а с ПНВ-то я один. Плохо же. Как вы себе быть, что освещать? Тут химсвет есть вон. О, ножик охотничий нашел. Повезло. О, мне надо пойти. Пенкиллерсы есть у кого-то? У меня есть. А, у меня один есть. Сейчас то захаваю, кто-нибудь скиньте мне еще один, если что. Потом, когда мне, соберемся. Короче, ничего не помогает, у меня все тихо. Поэтому я лучше убавлю чуть-чуть этого мало. Cannot fire.
Я еще тут с одного товарища нашел пейнкиллеры. Так, Джек Шепард, давай побежали быстрее. Шестрили куда-то. Как? Куда бежать-то к нему? Выбор. Ну не прям выбор, там же все-таки достаточно. Прям выбор. Там просто машина стоит, и я ее сейчас буду квадриком пытаться вытолкать. Значит, а где она в выборе стоит? Около школы? Нет, там. Она прям на выходе из выбора, со стороны аэропорта. Погнали. Так, он, ну, видишь, выбор вышка? У нас вон, я по трубе всегда определяю. Ну я бы так по полю не бежал, там зомби идет. Джек Шепард, у тебя такая беспонтовая пушка. Ну и мы поняли, что ты завидуешь уже две серии. Фу, вообще плохая пушка. Вообще. Ну ты хоть сейчас нашел, так хоть более-менее, но моя все равно длиннее. Да то у меня подствольник есть. Да то я с одной пулей убью. Ну ладно, попади сначала. Все знают, какой ты плохой снайпер. Да и когда это я мимо стрелял по кому-то? Ты вообще не стрелял? Да, вот именно. Ну вот и нечего говорить, что я косой тогда. Ну, куда ты идешь? Я иду, маленько обхожу стороной. Ладно, ладно, всякий. Я думал, ты так решил увлечься и пойти к вертолету. Просто вон там, вон этот, ангар, амбар. Ну я вот тут пока был, сколько, час назад с лишним, я тут все залутал, что можно было. Но я думаю, сейчас все снова появилось. Еще, наверное. Часа вот полтора. Что я хочу сказать, с новым патчем зомби стало действительно много. И они агрятся вообще дичайше просто. Я даже не знаю. Вон наш квадрик стоит раздолбанный. А может visuals это на сколько метров нас видно? А, ну то есть, ну вот я лег. Что очень навряд. 45 хочешь сказать? А вот 10,5, да-да-да. Присел, 45 метров меня видно. Артур умный. Артур, слушай, ты у нас палатку нашел, блин, разобрался, что значит visuals вообще. По хардкору. Мне кажется, на вертолете нас Артур будет с острова возить. Я смогу. Я когда в редакторе делал, я из трех раз целый один раз улетал. То есть в остальные раз. То есть четвертый раз, скорее всего, должен быть хорошим, да, типа 50 на 50, чтобы было. В остальные разы я перебарщивал и врезался либо в лес, либо в косогор какой-нибудь. Зомби. Артур бегает полный рост, и этот зомби. А зомби агрится на меня. Ну, конечно, потому что я же все правильно делаю. Нарост. Молодец. Я нашел квадроцикл, еду обратно в выбор. Его как-то убивать даже неохота. У тебя вон пистолет в руках, сам с ним разбирайся. Я знаю, мне только для этого надо развернуться. И попасть. Он с тобой. Он на меня загрузился. Подожди. Ты остановись, просто я его убью. Нет? Ага, он на тебя уже побежал. Ну блин, да я не попаду. Делайте ставки, господа. Можно будет машину вытолкать немножко или нет, как думаете? Я думаю, ты сейчас ее просто испортишь. Ну и что решаем, давайте. Ну, попробовать-то стоит все равно. А, что, я думаю, пока нет. Бросать? Пока нет, потому что подожди, у меня то же самое мнение, что, ну, просто испортится и то, и другое, потому что, мне кажется, оттуда ее вытащить. У меня будет. Просто дело в том, что было бы логичнее, если бы мы дошли до шестрил, я бы дал ему оружие и в свой этот рюкзак. Вон вертолет, кстати, Артур, можешь посмотреть на него. Нас. А просто я бы в рюкзак в свободные ячейки закинул бы всякого вкусного из машины. Мало ли оно исчезнет. Ты завис у меня. Ну я вас тогда подожду. Завис у тебя, я лазаю тебя в рюкзаке. Ну ты там ничего не найдешь, потому что ты завис. Нет. Ты бежишь на месте. У нас опять логодром начинается. Ну я бегу вообще сейчас по направлению к выбору. Че порешили? Выбор сзади нас вон остался. Ой, лаги. Ты бежишь на месте. Ну сейчас отлагает, что ты просто направляйся к выбору. Все, вижу тебя. Ну мы уже как бы пришли к нему. Где же стрела, какие координаты? Вот я выезжаю из пустошки и еду в выбор. Вы слышите машину, пойдите на звук. А, ну пошли-то на дорогу-то. Ну, на ту дорогу довольно далеко идти. Только зомби все идут в нашу сторону опять. Ой, да что ты бегаешь, ты опять спалился. Я не опять спалился, я первый раз спалился. И зомби для тебя с каких пор проблемой стали? Заколебал уже. Да блин, меня просто палит, что они агрятся, и что нам приходится на них патрон тратить. Все остальное надо. Ай, все хорошо. Ты родил, да, там сейчас? Судя по звукам, что-то нехорошее произошло. Ну что было-то? И молчит.
Нет двух машин. Все, понятно. В общем, АТВшки больше нет. Вы все видите огонь вот это, да? Вот это пламя. Я один ничего не вижу. Где-то рядом? Направо посмотри. А вот вижу, да-да-да. Твою, ну шустрил, ну говорил ведь. Давай подожди, пока мы придем с... Спокойно, не нервничай. Если ты хочешь сказать, что это была моя вина... Я не видел просто. Я сейчас скажу, куда тебе идти. Твоя вина. Можешь сразу сказать. Я вижу гигантское пламище, и я понимаю, что нас спалят. Кто нас спалит? Ничего не заметно. Где вы? Пошли в осветлю к машине. Все, огонь зап. А что стало с ним? Вообще. Не мне же эти вито просёрывать. Ой, да замолчи, блин, а. Ты меня сегодня уже просёрил один раз. Давай мы лучше посмотрим видео потом. Я еду по грёбаному мосту. И квадроцикл решает, что нужно сделать 18-терное сальто в воздухе, взлететь и упасть. Да чёрт. Ну ладно. Я всю свою жизнь вспомнил, пока летел. Вы где? Я вас не вижу. Да вон к тебе бежит. Вижу. А, вижу. Нам туда, нам в ту сторону, откуда вы пришли. Так, Джек Шепард, отдашь сейчас ему М16? Ничего не отдам, за тобой зомби. Аккуратно. Джек Шепард, я тебя сейчас застрелю. Че ты меня Ты у нас больно напряженный какой-то. Мочи его. Бог дал, Бог взял. Мочи его, мочи. Ну да, ну че, кто на меня? Кто из вас двоих на меня? У тебя пушка слишком беспонтовая, у тебя лутатище. Давай, назад повернись, шустрил, убей его с топора. Я тебе дам эмку. Он на тебя сагрился. Ну, да потому что вы бегаете, а я медленно ползу. Сагрился на Джека опять. По-любому. Видео все видно. Пошли через машину, потом передашь. Еще бежит, еще попрыгнул Гухан. Дайте мне. Пойдем. Все, он умер. Аса, есть ли кого-нибудь кусок? Сядь. Нет. Ложись. Раздевайся. Куда ты идешь? Выбор. Я говорю, остановись, я тебе дам пушку, блин. Да мы в машине все сделаем. В машине будет не очень удобно. Какой тебе черт машина сдала? Мы сейчас едим в поле, никого нет. Да, я тебе дам, и все, и у меня, блин. Вот как ты мне собрался передавать? На пол положить? Ну, а че бы нет? И будем полчаса ждать, пока появится. Почему появится? Я сразу не смогу взять. Почему? Топор положи в этот, в инвентарь, все, и возьми. Да, выкладывай. Угу. Вы сейчас просрете просто пушку. Давай сделаем, как говорит Джек. А не, я не смогу ее выложить, пойдем. У меня кнопки такой. Там. У меня в рюкзаке. Так, давай показывай своего пациента. Скрюченная, бедная, там лежит в канаве где-нибудь. На дороге. Бейте меня, пристрелите. Слушай, откуда столько зомби? Ну да, ну тут же Артур бегает полный рост, поэтому. Короче, как насчет плана топора? А что не так с планом топор? Ну я сейчас возьму топор, соберу людей, а вы посмотрите на машину и там сделайте обмен, пока я их рублю. Что за обмен? Ну, положим. Давай, короче, вставай в полный рост, прибежим туда, и потом просто уведешь их, что ли, я не знаю. А, или да. Просто убежим. Пойдем, го-го-го, все. Да, мы просто забежим в какое-нибудь здание, он с топора всех разорежет. Зарежет. Начерело, между тем. Да. Погода вот прям как у меня сейчас. У нас чуть-чуть теплее, а в принципе то же самое. Эффект 3D. Ну, тут тоже не зима, как бы, в игре. Че, правда? Ага. Вон она. Так. Так, ну все, я собираю эту толпу и веду в афроамериканский дом. Да зачем в афро? А, ну в принципе, да, можно. Просто ты можешь еще зайти в какой-нибудь. Ну, ладно. Я один машину не увидел. Тут компинг-тен. Да. Прямо на дороге это стоит. Высший пилотаж. Че, забегаем в афроамериканский, да? Да, я уже тут. О, здесь есть. Тут так много народу, что я уже, честно говоря, боюсь сюда подходить, потому что они весь проход заняли. Я побегаю, пока вы там их вырубаете. Тут вообще трэш какой-то. О, куда? Алло, я не приглашал никого. Давай, их слишком много, я все это снимаю. У меня крови уже мало. А я снимаю. У тебя есть кровь? Нету. А мясо? Все в машине, и мяса, по-моему, больше нет. Или есть, сейчас посмотрю. Поздравляйте, у меня нет мяса, у меня есть куча банок с едой. Можно я зайду? Да, пожалуйста.
Ой, быстрее, 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 пока они не передумали. Уже стрелу долбит. Че, может, палатку здесь развернем прямо на столе? Отлично ты придумал, ребята нам помогут ее установить. Это мужик. Меня там не нужно. Аллилуйя, дождь из мужиков. Я что, тебя задел? Меня кто-то бьет. Так это зомбаки за стенами, как бы. Ну, блин, еще понять бы, за какими стенами. Они с спины, по-моему, бьют. Взяли 200, мне отняли. Кстати говоря, вот эти дома, видите, стекла повылетали. Да. Только что если... я через стекло бил. Если они долго будут бить по дому, который, возможно, разрушается, некоторые он дома упадет, же в армии разрушаются, да, он упадет, и мы умрем. Поэтому мне страшно. Печалька будет, печалька. Тут бинт. Еще один прибежал, аккуратно. I don't wanna take the bandage. А, это ты бегаешь? Угу. У нас за домом еще один дружок. Сейчас прямо. Маленький зеленый. Вроде как можно дружок. Все, control, ребята. Все форточки. Артур, пофиг. А, да, корчики. Так, что с машиной? О, сзади вот у вас Легухан. Офигеть, блин. Я боюсь рядом с ней находиться. Не-не, а не, там она не дамажится. Сзади Легухан! И на меня опять. Это сговор. Ой, еще два. Так, там, дом, опять в дом. Дом, план дом. Да-да-да. Они все, походу, отреспаунились, да? Как ты сквозь меня-то бегаешь? Опять у меня боль в результате. Ой, я в стену пошел. Это плохо. Бывает. Таблетки дают о себе знать. Да. Так, ты взял Firefly? Firefly ты взял? Дело в том, что у меня здоровье кончается постепенно. Ну это плохо. О, ну вот это вот вообще лишнее сейчас. Да харе, ну блин. Я уж хотел сказать Шепард, кончается. Потому что обычно я что-нибудь плохое такое делаю. Но здесь Артур. Какого черта? Включи фонарь. Как так? У меня зомби убито 13, а хедшотов 14. Ну, это же ты. Великий читер. Сурово. Да читак, читак. К нам еще один идет. К машине идем ползком, окей? К машине идет зомби. Еще один идет к нам. Мы к машине шли ползком. Пока ну, кто ползком? Все, поползли. Что с машиной-то делать будем? Разгружаем ее и все. Так попробуй выехать из нее. Я уже пробовал. Было страшно? Ну потом я попробую. Да. Хотя нет, опасно мне. Пусть Артур. Да попробуй, не переживай. Хотя нет, пусть Шустрил, у него респак, у него нет респака. Ой, ложись, Артур, ложись. А зомби же на фонарик нет, не агрятся? Нет, не агрятся. Ну, последнее время... Надо было, пока мы были внутри, отдать. Так, чё мне кирнуть сюда этот? М-ку, да? 16. Угу. В общем, что я могу сказать? Мне нужна еда и здоровье. Держи М-ку, сколько держи тебе? Станак. М-ка станак, М-ка станак есть. А, блин, а другой М-ки не было? Только вот это? Не было, только вот... Ну, извините. Уж чё есть. Это как мы с Волгой, да? Yeah. Чё за говно ты нашел? Зомби сагрился, кто-то сел, что ли? А кто взял МДТ с ПБС? Я только что. Дичка. Я хотел взять в рюкзак. Ой, мне еще и больно. За что тебе больно-то? Ой, идут к нам, ой, идут. Это сейчас сова была, да? Да. Так, ну что, пробуем машину вывозить. Да, надо попробовать. Я к ней прикипел. Ничего у нас не получится. Давайте я полез. Сейчас, я тогда подожди, я опустошу ее. Давайте я полезу и взорву. Я ем всю пасту и тушенку, что у нее внутри. Давай. Гир. Чтобы хоть как-то немножко попить. Я тогда какой-нибудь там колесо нам закину, да? Если чё, мало ли починить что-нибудь. Да, там, канистру я возьму. Два колеса, да, канистру М1911 с патроном для меня как раз. На еще, на еще 911, ты хочешь, на? Карта, давай, шикарно просто. Эх, блин. Ну что, я пробую ее вывозить. А я поставлю палатку. Как палатку поставить? Потому что вот это я тебе не скажу, я никогда этим не пользовался. Touch tent. You cannot place a tent here. Попробуй шифтом. Я уже совсем пробовал.
Там налево, там направо. Во все стороны хочу рулить, она не едет. Печально. Заехал вообще. Ну, блин, совсем было, я что привязался. Не, я не привязался, я в том смысле, что как вот, ну, типа это. Поворачивала, она решила, ну, в текстуру, короче, зайти. И он, смотри, правая текстура слилась с машиной, и теперь из нее не выйдет. Чтобы между этими лучше не ездить нам, да? Да вообще какие-то жесткие. А ты же его не савил? А, блин, ты же вылазил потом. Так, ну что? Может и перезайти, а она бумс как не там. А в выборе нет никакой больнички, да? Ну, по-моему, нет. В выборе нет. Ну, в выборе есть школа. Ну, как бы я не знаю, что делаем. Что делаем дальше? Я устанавливаю палатку. Первую палатку нашей жизни. В самом бесполезном мире месте. Куда можно все вещи из машины скинуть. Отлично. Знаю, зачем, правда, их все забыть. Будем тут жить теперь. Все. Ой, зачем, кстати, а тут есть недалеко, по-моему, алтарь. Можно бы на него сходить, там есть машина. Машина, да, на алтаре. Ну, это тот алтарь, на который мы с Артуром ходили, там никогда ничего не было. Ну сейчас видишь, тут алтарь. Тут нет никакого алтаря. Сейчас машины везде, понимаешь. А, ну да, есть алтарь, но он далековато. Ближе нам в Green Mountain спуститься. Я там был, ничего нет. Ладно, не был, прощай, да? Машина. Ты была хорошей подругой мне. И сейчас такая граната летит мне, бум. Я ее взорвать хочу вообще-то. Ну, да может не надо. Надо. А пусть стоит. Надо взорвать. Не надо. Надо. С чего ты будешь ее взрывать? С подствольника. А у тебя он есть? Да. Ну давай. Ну, может, я отойду? Не, не надо отходить. Я вообще лучше подальше, ты знаешь. Ой, на кого наглился? На Джека Шепарда опять. Джек Шепард, убивай. Что ж ты агришь? Подожди, у меня две зеленых, хотя у меня на самом деле одна зеленая, то есть сигнальная шашка, и да одна. Читак. High explosive, то есть взрывная. Ой, блин, господи-то. Развернулся он, пырится на меня. Так, теперь нам нужна машина, по-любому. Угу. Короче вот. Говоря, не смогу ее взорвать, похоже. Слабак. Да. Ну что, пошли? А если сесть в машину, держать кнопку назад, выйти с сервера, зайти, машина типа по... Во, все нормально. Едет. Не, все, он все-таки шарахнет. На заборе, я думаю, даже не спизет, он просто упадет, да? Я вот так вот, я за забором стану и буду от третьего лица смотреть. Я не умею стрелять по его прицельным планкам, я сейчас в землю переначну. Да блин, с такого расстояния страшно. Я снимаю! Давай! Оба! Ох, хорошо пошла! По ушам долбануло. Ох, колеса убрались. Все, готово. У-у-у, мы взорвали нашу первую машину. Бежим наша отсюда далеко. Машина, я побежал в афроамериканский дом. Я ни черта не слышу. Я тоже в афроамериканский рвану сейчас. Офигеть, тут все в огне. Я это снимаю, я буду бегать вокруг нее и снимать. Ура! О, я наконец услышал нормально. У меня звук вернулся нормально. Мне нужно было взорвать эту машину, чтобы звук ко мне вернулся. Вы поняли твой мотив? Эй, я бегаю вокруг машины, это шикарно. Гри-гри ясно, чтобы не погасло. Здесь наша палатка. Ой, все потухло. А теперь мы скажем друга. Ой, ох, боекомплект у машины взорвался. Нарвануло. Хорошо, что я был далеко. Меня опять оглушило ненадолго. И да, меня тоже, у меня все свистит. Так, кто в доме? Я. Захожу в дом, не гаси. Ладно. Please don't. За тобой друзья бегут. Don't shoot. Все, я сел. Ой, не так сел. Ой, блин, бег. Кто Сэмки хреначит? Ну яма, чупа, запака. Я ничего не вижу. Ну это было шикарно. Зомби, иди сюда. Повернулся как. Как знаешь, собаки на хозяина смотрят, когда что-то хотят, да, так бас так шею поворачивают. 44 минуты, кстати, отличный момент для после безстрел такой в окно пылится. Привет! Не, подождите, это будет немножко по-другому сейчас. Подошел такой во стрелке, ты с топором медленно на шуфте выйди. А топора нет, он исчез опять, ладно. Так бы круто, знаешь, такой мужик такой на шуфте в полный рост идет такой с топором, смотрит в окна такой к нам. Выходите, у нас ничего нет. Как этот... Со сцены. Дрин-грин-грин-грин-грин. Бананафон. Рин-грин-грин-грин-грин-грин-грин. Бананафон. Так, все, короче говоря, ладно, давайте завершать на этом эту серию. У нас своя атмосфера. У нас тут своя атмосфера по-любому. Взорвали машину. Ладно.
У Джека Шепарда по-прежнему отстойная пушка. Богу. В целом у нас все неплохо. Так, сейчас, ну ладно, между серией я тебе переложу еще станагов. А ты сам у меня их возьмешь из рюкзака, у меня их там полно. На этом завершим, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в пятницу, с вами были Артур Шустрил и Джек Шепард. Попрощайтесь, уважаемые всем коллеги. Всем пока. Пока. Ой, пока.